Тяжко пришлось. Гони к финишной линии. Прежний твой пилот был лучше, чем я? Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Ты гоняешь в память о нем? Он обожал гонки. Чувствовал машины, как никто другой. Разговаривал с ними. Когда он садился за руль, то просто сливался с машиной. Без всяких имплантов. Ну что, постараемся выиграть? Я на тебя рассчитываю. Подвести до моего гаража? Я сам доберусь. Спасибо. Тогда до встречи. Yeah.
Каспи. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлл. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправлю. Брюс. Издеваешься? У вас же есть мои данные. Или ты не из Милитеха? Спокойно. Меня послал Арчи. Арчи? Арчи Крейн? Он самый. Только некогда прыгать от радости. Надо выбираться. Арчи знал, кого прислать. Хватит тебе тут сидеть. Пора размять кости. Это я с удовольствием. Thank you.
Брюс, дорогой ты мой! Я уж думал, мы тебя не вытащим из этой помойки. Арчи, ну ты и говнюк. Что? Этот лагерь существует из-за таких, как ты. Я видел тебя за рулем. Ну сколько они тебе платят? Достаточно, чтобы я мог купить тебе билет отсюда. Поблагодаришь потом. А сейчас нам пора. Слушай, Ви, вот еще что. Если решишь уехать из Найт-Сити, будь осторожнее на границе. Там, говорят, всякое случается. Я же просила не устраивать бойню. Из головы вылетело. По факту, конечно, работа сделана. Ты спас Брюса. Но поднимать такой шум не стоило. До связи. Нас так перебьют!
Нужна твоя помощь. Пропала связь с Бенедиктом Макадамсом и водителем, который должен был вывести его из города. Я выслала координаты, и еще туда и разберись. Все подробности в письмах.